Всем привет! С вами снова Виктор Балит. Зачем болеть, если есть чеснок? Сказал один мудрец. Но не все знают, как правильно пользоваться чесноком. Потому что чеснок убивает патогенные микробы, вирусы, чистит организм, печень, повышает наш иммунитет. А сейчас я вам расскажу, как сделать так, чтобы это чудесное средство, чудесный продукт питания стал для вас чудесным лекарством. Нужно с утра взять такую дольку небольшую чеснока и отрезать маленький кусочек в виде таблеточки и положить его в рот натощак до еды. И 30 минут просто слегка сосать его. Слегка можно даже раскусывать, но не сильно. 30 минут до еды. Что при этом происходит? Во-первых, убивается самая патогенная флора во рту. Потому что рот самое грязное место, где больше всего патогенных микробов. Следующее, что происходит, что когда вы проглатываете слюну, то она попадает в кишечник и желудок. При этом кишечник и желудок чистятся от вирусов, бактерий, микробов, потому что там тоже очень много паразитов и всего прочего. Следующее, что чеснок осторожно, мягко усиливает работу в желчном пузыре и печени. И это очень важно, когда мы сосем чеснок, то слюна не только попадает в желудок, но она попадает и в лимфатические пути. То есть чистится не только кровь, но чистится и околоклеточное пространство. То есть каждая клеточка нашего организма, а мы состоим из миллиона клеток, миллиарда, каждая клеточка, она чистится. И поэтому, соответственно, и запах бывает от чеснока, да, когда кушаем. Поэтому нужно соблюдать очень важную гигиену. То есть таким образом чистится кровь, чистится лимфа, лимфатические узлы, межклеточное пространство и многое-многое другое. Не зря гомеопатию кладут тоже под язык. Итак, если у вас есть хронические заболевания, если у вас снижен иммунитет, если вы хотите меньше болеть практически при всех заболеваниях, чеснок вам поможет. Чеснок – это ваш друг и товарищ, если вы заболели. Причем это самое, можно сказать, недорогое лекарство, самый лучший антибиотик. Ну и, конечно, наши продукты, мелалойка, которую я предлагаю, она точно так же действует, как и чеснок. Итак, с вами был Виктор Балит. Всего вам хорошего, здоровья всем вам и всем вашим людям, которые окружают вас. Заходите на наш канал, записывайтесь и желаю вам всего самого-самого наилучшего. С вами был Виктор Балит. До следующего ролика.